До Нового года остается не так много времени, а это значит, что пора определяться с новогодними угощениями. А приобрести сразу все в одном месте можно на выставке от Абхазии до Камчатки, которая открылась в Твери. С гастрономическим разнообразием ознакомилась наш корреспондент. Мясное ассорти, натуральные сыры и пикантные специи. Выставка фермеров от Абхазии до Камчатки насчитывает несколько десятков позиций. Каждый товар со своей историей и секретным рецептом. Однако традиционно одно из главных украшений новогоднего стола – морские деликатесы. Чавыча, белорыбица, горбуша и, конечно, красная икра. Собирают к столу новогоднему. Это либо чавычу, это дикий лосось идет, вообще, в принципе, он называется королевский лосось. Либо белорыбицу, либо белугу. То есть это такие самые какие-то деликатесы, особенные, то, что не найдешь уже нигде в магазинах, то, что есть только именно на Камчатке. Общение – неотъемлемая часть колоритной ярмарки. Например, выбирая знаменитый адыгейский сыр или мясные деликатесы, можно узнать секреты их приготовления. Это алтайский марал, самый крупный и редкий олень Российской Федерации. Очень полезное мясо для крови, для сердца, для сосудов. Свиной окорок сыровяленый. Полгода вялится. Называется хамон. В вакууме долгое время хранится. За качество продукции фермеры ручаются. И некоторые жители Твери его уже оценили. Дают пробовать, молодцы они. Попробовали сначала приправ. Ой, ничего, мужу понравилось. Сыр очень вкусный, брали на прошлой ярмарке. Очень понравилось. А как на вкус нравится? Прекрасно. Как на Кавказе. Кроме того, дополнить любое блюдо поможет бочковая аджика, соусы и ароматные приправы. Для любителей сладости на выставке представлена целая витрина восточных десертов в составе натуральные ингредиенты. Оценить все разнообразие продуктов может любой желающий. Фермеры от Абхазии до Камчатки ждут всех гостей в торговом центре Рио до 29 декабря.